Больно. Вот ведь, что за пацан, черт возьми. Я никогда прежде не видел такого сильного пацана. Сломал мне ребра. Вы, сопляки, бесполезны. И это те самые ребята из бандитской деревушки, которых боится все царство? Не хочу слышать это от тебя. Как и все остальные. Эй, что такое? Снова кто-то. Что там за парень? Эй, ты! Ты чё тут забыл? Погодите-ка! Это форма! Я про нее где-то слышал! Быть не может! Невозможно! Сикю! За последние 200 лет это самые известные убийцы! Это Сикю! Говорят, что ты покойник, если они за тобой охотятся! Я вижу. Это не Хёу. Но почему? Не могу отвести от него взгляд. Так вот как. Раз ты пришел, это значит Хёу. Откуда ты знаешь Хёу? Не понимаю. Кто ты такой? Почему у тебя такое же лицо, как у Хёу? Почему ты знаешь нас, Хёу? И вообще, что это все значит? Полагаю, сейчас не время для объяснений. Что? Враг? Ты кто такой? Теперь не убежишь. Я заберу твою жизнь, царь Эйсей. Что? Царь, ты? Неужели? Так ты царь? Верно. Мальчишка, значит, ты не один из его верных подданных. Перед тобой царь, выживший благодаря своему двойнику, который один в один похож на него. К двойнику? Но это невероятно, что существуют настолько схожие люди. Даже я поверил этому. Притом, был весьма пронзительным пацаном. Он был первым человеком, которому удалось убежать от меня, будучи смертельно раненым. По иронии судьбы, этот просчет в моем плане заставил меня зайти так далеко. Шин. Наша сила и сердца едины. Мы — одна душа в разных телах. Отправляйся. Я непременно буду там. Шин, отпусти меня на небеса. Хёу! 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 Дерьмо, теперь все понятно. Ты царь! Ты убийца! Его взяли во дворец, чтобы он стал двойником. Его убили, думая, что он царь. Ведь ты знала о заговоре своего брата, не так ли? Поэтому использовал Хёу во дворце, чтобы убежать. Оставил Хёу за место себя, зная, что он будет мишенью. Именно так. Ах ты! Это становится интересным. Мальчишка, я позволю тебе убить царя. Но я заберу его голову. Убью.
Я непременно его убью. Здорово сказано, мальчишка. Позволь насладиться твоими способностями. Насладиться способностями, говоришь? Ну уж нет. Я разорву твои кишки за убийство Хёу. Его стиль сражения на мечах необычен. Однако... Неплохо, мальчишка. Твоя сила, умение и техника почти такая же, как у двойника по имени Хёу. Но в конечном счете, меч в руках того, кто никогда прежде не проливал крови. Огромный! Сражаться со мной тебе через 100 лет будет рано. Я потерял время. Эйсей, готовься. Голова моего брата уже у тебя? Подождите еще немного! Секио следует за ним! Он скоро должен вернуться! Что это еще за должен? Ну-ну, успокойтесь, пожалуйста, ваше величество. Мы отправили первоклассного убийцу. Потерпите. Ясно. Но, Кицуси, есть и другие препятствия, связанные с моим братом. Ты это учел, не так ли? Конечно. Другие препятствия? Ты разве не понял? Сюбун-кун, если он вас интересует, то я послал своих подчиненных, тех самых, что отправили все силы царского войска в ад. Сражение с силами царского войска? В те времена наше войско осадило замок Чжао и выиграло. Говорят, что воины войска Чжао, уже порядком пострадавшие, друг друга поубивали и съели. Именно так наше царство и одержало победу. Но верховный главнокомандующий Хакуки пленил 50 тысяч человек и еще 400 тысяч похоронил заживо. Адское сражение с силами царского войска. Значит, они ветераны войны? Убей всех, кто противится мне. Понял. Это будет моим повышением. Стой! Ты думаешь, что одолел меня? Что? О, ты еще жив? Но, похоже, потерял контроль над своим телом. Уже не встанешь. Силен. Он и правда сильный. Чего проиграл ему? Раз я об этом думаю, значит, он не из тех, с кем я могу сражаться. Мне его не победить. Хёу, прости. Шин, не думай ни о чем. Только сосредоточься на целях Хёу. Цели Хёу? Ты. Ты. Встал. Не смей произносить имя Хёу. Хёу. Только начинал свой путь.
Его впутали в никчемную междоусобную распрю. Никчемную? Да, никчемную. Нам, обычным людям. Все равно, кто там царь. Но ты... Ты осмелился. Осмелился. Дерьмо. Он умер. Этот парень больше... Не сможет вернуться назад. Быстро. И атаки сильнее. Мальчишка. На самом деле, у нас с Шином отличные навыки. Но Шин, он невозможно сильнее меня. Шин сильнее? Да. Говоришь странные вещи. Я думал, ты лучше. Я мог бы его победить в поединке. Но если я кого-то не смог бы одолеть, он бы одолел. Это значит, что он сражается с тобой не в полную силу? Нет. Он всегда серьезен. Он такой же, как я. Но если у него выиграю, он обязательно победит меня на следующий день. Похоже, он может стать проблемой. Да, наверное. Пусть это так. Но... Шин и правда сильный. Умри, мальчишка! Теперь деремся по-настоящему. Нет. Теперь он видит его атаки. А? Что? И это все, на что ты способен, кровавый старикашка? Заткнись! Да что за мальчишка-то? Однако он просто уклоняется от моего меча. Не победишь. Что будешь делать, Шин? Держи! Убийца, запаниковал. Получи! Мальчишка! Как? Меня ранили? Мальчишка! Исчез! Пожалуйста, если меня не станет, возьмите Шина. Он непременно взлетит выше любого другого. Такое невозможно! Я проиграл! Мальчишке! Такова сила Шина. Наконец-то ты получишь то, что тебе причитается за смерть Хью, идиот! Это конец! Подожди! Прошу, подожди! У меня есть семья и 4 ребенка! Если я умру, то они станут сиротами и будут рабами до конца своих дней. Пощади меня ради моих детей. По крайней мере, мою жизнь. Сироты. Спасибо. Спасибо огромное. Ариатоу гозаимас. Твои дети не замолят твои грехи. Что теперь? Убьешь меня? Если так, то я не намерен так просто сдаться. Потому как многие отдали свои жизни, чтобы защитить меня. Хёу один из них. Ты... Почему ты позволил Хёу умереть, зная, что он будет атакован этим человеком? Жизнь человека никому не принадлежит. Она принадлежит лишь этому человеку. Что?
Однако, у человека есть разные пути. Жизнь выбирает, по которому из пути следовать. Не говори то, чего я не понимаю, чтобы обмануть меня. Ты не поймешь того пути, на котором сейчас находишься. Но Хёу согласился быть моим двойником, чтобы стать великим генералом. Таков путь, который выбрал Хёу. Похоже, ты еще не нашел своего собственного пути. Мой путь? Хёу доверил мне царя здешних мест. Но Хёу, это тот, кто убил тебя. Дерьмо. Что же мне делать? Подскажи мне. Хёу. Что ты задумал? Молчи. Плохо дело. Не понял? Я чувствую, что земля немного трясется. Стреляйте! Все, что движется, наша цель. Стреляйте! Что происходит? Это войско. Довольно большое. Войско? Что за шум в такую рань? И оттуда тоже. И с другой стороны. Нас окружают. Тогда река. Это невозможно. Когда они... Что это? Похоже, что это все одно войско, ведомое моим братом. Сражение состоится, потому что я не в силах остановить революцию. Дерьмо. Раз такое дело, то я обязан прорваться сквозь них еще разок. Хочешь сразиться с ними? Конечно! Я не собираюсь здесь умирать. Ты мог бы просто отдать им мою голову и уйти отсюда живым. Ты же знаешь. Шутишь, что ли? Хью! Такого никогда бы не сделал. Вот как. Может быть, у меня не хватит сил бежать вверх по склону, но по реке я улизнуть смогу. Не отставай от меня. Глупый. Ты никак не сможешь прорваться через войско. Зачем мне идти за тобой? Я решу, убить тебя или нет, после того, как мы прорвемся через это кольцо. Так что не отходи от меня. Похоже, у меня нет выбора. Пойду с тобой. Прекрасно. Вперед! Ты! Я знаю секретный путь. Следуйте за мной.